Слава Христу! Ну, видишь, это, как говорят, кондовая крыша. На меня говорят так. Ну, там и щепок крыша сделанная. Я говорю о голове. А я отвечаю так. Семинарии и академии нужны для того, чтобы оправдать любое безумие, которое совершается в мире и в церкви. Больше она ни для чего не нужна. Придумали экономия. Деньги тратят, экономии нету, главное, а тут экономия. То есть послабление. Это обман. А если правду все говорить, акривия, как будто бы акридой питается. Слова-то какие все. Вот как говорят, какой-то там-то батюшка окормляет. Вот слово «окормляет» ничего хуже не придумаешь. Слово «окормлять» открой словарь, ты увидишь, отравлять, перекармливать. Значение-то какое взяли? А почему не сказать, что «причащал»? Нет, «окормлять». Вопрос можно? Да для того я и сижу здесь. Да, миром. С миром. Скажите, пожалуйста, вот смотрите, у Бога все просто должно быть, правильно? Да. Почему тогда в Писании только малопонятных вещей, или, так сказать, по-разному толкуемых, прямо голова кругом порой идет. На толкование нужно еще одно толкование. Прямо как вот вы можете? Очень даже просто. Чтобы, если случится отпадение, меньше отвечать. Почему Господь скрывал от них это? Но мы-то уже в другой эпохе живем, знаем, что Он умер за... Для того, чтобы смотрели, все истолковано, святые отцы толкуют. Надо считать. Ну как же, человек идет сегодня, новую специальность получает, и такую, которую раньше ни один ученый бы не выполнил. Ну, другая эпоха. Вот, допустим, взять, ну, 60 лет примерно, и человеку сказать про эти наши аватары, про всякую глупость, и что будем далеко сидеть, разговаривать, видеть, и любое слово можем в Википедии найти, да не поверили бы в это. Но это так. И поэтому кажущееся непонятным, оно уже растолковано. Почему он поставил, говорит, во-первых, апостолами, пророками, а в-третьих, учителями. У сектантов нету, поэтому вот такой разброд. В одной Америке 21 тысяча названий сект разных. И главное, что не хотят иконы, не хотят там, чтобы мощи были. Но там нет ни у кого. Значит, не в этом дело. Дело, вот священники, главное, гордыня и прелесть, два слова, а сами облеплены этими словами. Нигде такой гордыни нет. Он себя на место Бога поставил. Стоит и Бога не боится, плетет то, чего в Библии нету. Кто не спасает мертвых сегодня? Прямо у гроба уже идет ложь. Раба твоего, он дня не служил. Он беззаконник. Но заплатил хорошие деньги, его в Киево-Печерской лавре хоронят, да на могиле еще преступная куртка эта заброшена. Вы знаете, как это было. А почему? Настоятель говорит, он дал столько денег, награбленных денег-то, что мы весь монастырь поправили. И теперь он со святыми, а святые молчат, которые умерли. Ну так вот. Непонятно. Мы считаем... Новый Завет. Блаженов и Филарх. Вот трехтомник сейчас будет выходить. Заказывайте. Будете все знать. Новый Завет весь, при том с толкованием апокалипсиса. Такого издания не было 2000 лет нигде. Никогда. Ни в какой церкви. Да мало того еще и с комментариями, да мало того еще и с иллюстрациями лучшими, да мало того еще иллюстрации раскрашенные. Вот какое дело? И каждое слово буквально высвечивается о проповеди. А почему? Милость Божия, Господь открыл это. Мне один такой очень хороший человек и говорит, вот вы нападаете на священников, не учат. Может, по зависти делаете, что у вас нет образования? Я каждый день благодарю Бога, что у меня нет образования ни гуманитарного, ни религиозного. И даже своих проповедей, вот 102-й псалом, я 5-6 проповедей говорил. И когда говорить сегодня приходится, я стараюсь не смотреть, чтобы не было повторов. Я заново молюсь и молюсь. И во время уже все, уже выходить, все, уже вот через 5 минут меня выходить проповедь, говорит, только тогда Бог внезапно открывает завесу. Люди, которые не знают этого, они не понимают, о чем я говорю, как. Ну, кто со мной живет, он знает. Я готовлюсь неделю, месяц к проповеди.
Ну, а так как сразу готовлю несколько, то и получается вовремя. Только, которые здесь вот сейчас у нас 1300, кажется, проповедей зафиксировано. А 1000, может быть, 10 тысяч ушли, никто не записывал. Это и в поездах, и в метро, и в храмах, и в самолете, и в соборе Василия Блаженного, и в Исаакиевском соборе. Нет места, где мне не приходилось бы проповедовать. И в министерствах, и даже трудно сказать, где не пришлось. И в Америке, и в тюрьме, и в лагере, и в психиатрии, везде. Почему? Бог сделал. Он взял самый негодный сосуд и заложил 5 камушков туда, 5 органов чувств. Да и вот он, кверх ногами уже Голиафа лежит. Вот так. Спаси Христос. Аллилуйя. Будьте радостью, всегда радуйтесь, Господи, что Он нас любит и открывает нам такие истины. Вот то, что сейчас я там говорил, это уже сколько лет прошло. Но отдельно, если разговариваем, да я не согласен. Я говорю, согласен будешь тогда, если мы оба будем в ватных брюках, арестованные, и пили деревья двуручной пилой, там, где наши родители умирали, в ГУЛАГе. Вот тогда будем одинаково понимать. Потому я осколок ГУЛАГа, я это прошел. Мне новое звание присвоено, исповедник. Исповедник имеет власть больше, чем у епископа. А в чем дело? Когда другой кто-то споткнется, его отлучать надо там на 15 лет, за него никто не может заступиться, никакой архиерей. А я могу. Я исповедник. То есть меня мучили, терзали, крутили, но не убили. Был бы мученик. А раз это так, то я могу заступаться и сказать, как там трудно было, как трудно это выдержать было. У меня особая была миссия, как Бог сделал. Как сегодня пишет, и сотни, а может, и тысячи людей обратились. Новые, совершенно люди не слышали. Вся тюрьма замолкала. Это не мое. Моего там ничего нет. У меня нет ни образования, ничего. Я просто люблю моего Господа, и у ног его 60 лет просидел. И каждый день заряжаюсь и ухожу на подвиги. Ну, кто проповедовал? Найдите, в соборе Василия Блаженного, когда он еще закрыт был. А я проповедовал. В Петергофе кто проповедовал? Ну, назовите. В Исаакиевском соборе, когда он переполненный был. И как Бог делает? Если не трудно выслушать, я скажу. Вот Исаакиевский собор, знаете, это в честь Исаакия Далматского. Ну, и там разбито на 3-4 группы. Небольшие, человек по 10, там, может, поменьше. И каждый в своем углу там рассказывает. И вот она показывает. Поднимите врата верхи ваши, и внизит царь славы. Я подошел, она говорит, это вот на Пасху священники надевают такую одежду разноцветную-то. Ну и вот про это и говорится. Я говорю, нет. Это слава Христа после его воскресения такая, что он, образно сказать, не входит. А он не наклоняется нигде, и поэтому перекладина ему вот где получается, то он выше перекладины. Поднимите врата, верхи вашей, и тогда войдет царь славы. Она тогда, гид, девчонка-то и говорит, так тогда рассказывайте. Я начал рассказывать, через полчаса ни один человек, билеты продают, а запустить не могут. Полный под завязку храм, Исаакиевский собор. Тогда уже зашла там оттуда, пробилась как-то и говорит, вы на улицу туда выйдите, в ту сторону. И мы продаем билет, а люди стоят, не уйти не могут ни за ничего. Вот как Бог делает. А было такое? Не было. Или я в Третьяковской галерее. Там есть одна иконная такая комната. Ну, одна есть посвященная явлению Христа народу Иванова. А там иконы. Но я не один хожу, всегда у меня слуги рядом. Слуги, да, братья и сестры, 6 человек-то. Я начинаю объяснять, что они означают. И буквально комната вся, ну, она там, иконы там, смотреть-то нечего. А я потихоньку продвигаюсь и каждую икону разъясняю. Ну, и кто-то побежал, милицию сообщили, 2 милиционера. Они зайти не могут, не могут пробиться. Ну, что он там говорит-то там? Ну, разойдитесь маленько-то. Наконец пробились. Я говорю, то, что написано, я билеты купил. И люди попросили объяснить. Да, да, мы просили. Теперь я иду дальше. А они еще, кажется, милиционеры зашли. Меня вот сзади охраняют, идут.
И когда мы вышли из Третьяковки, так за мной еще уцепились несколько человек. Ну, такую радостную жизнь люди забросили. Я говорю то, что было со мной, не по книжке. А уж не говорить про эту, где комната явления Христа народу. Он 20 лет картину рисовал. Получил за нее премию пребывания в Италии чуть не 5 лет. Тут есть что сказать. Я сразу начинаю 1.29 Евангелия от Иоанна. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот. И отсюда начинаю. Явление Христа народу. Третьяковская, кто в Москве живет, сходите, попроповедуйте. А там в Петергофе, когда были, там свое, тоже молодая какая-то была, и там несколько гидов было. И они тоже сзади стали, теперь я гидом сделался, но я зарплату не брал с них. Свидетельство про ложки, чашки, все рассказал. Вот как есть такие люди, которые вопросы задают. А как бы ты сказал, какой вопрос Христу задашь, когда пойдешь, умрешь, страшный суд будет? Ну, вы знаете, про кого я говорю. Там не будет вопросов, нам будут вопросы задавать. И был такой вопрос Карлу Марксу, Фридриху Энгельсу. Кто у вас самый отрицательный персонаж? Они одинаково назвали. Чарльз Спержен. Его назвали король проповедников. Да, он не православный, но он проповедовал. Никого нету. Он ложки, взял две ложки, поставил, в храме стоит у окна и говорит проповедям: вы только для себя думаете, что только где найдете, все в рот себе тащите. Вы не видите ни бедных, а под окном трое там на троих сообразили, пол-литра распивают-то. И они слушают, а как он узнал про нас? А окошко-то приоткрыто, а он ложком проповедует, ложком, лёфель. Еще спунс. И один обратился. Везде надо проповедовать, даже где ты и не думал проповедовать. Это радость, доверие, что мы полномочные представители Господа нашего Иисуса Христа. Несем эту радостную благую весть. Она единственная, радостная, ничем не омрачаемая. Вот так. Еще вопросы-то есть? А то я разольюсь, говорит, от моря до моря. Никого нету, разошлись все, наверное. Ухожу.